Слава Богу, друзья, за новый день, я вас приветствую в нем, потому что, еще раз говорю, каждый день это для нас возможность узнать что-то с другого угла зрения, посмотреть на какие-то события, уже привычные нам, с непривычной точки зрения. И я верю, что во всем этом тоже Божье обучение. Поэтому, когда мы с вами оказываемся в победе, мы уже говорили не один раз, что самое опасное время – это после победы, потому что там хочется расслабиться и на самом деле уже насладиться этой победой. Но там есть еще и окружение. Помимо тебя ты живешь в обществе, и люди тоже видят результат твоих побед, особенно если это их касается. То, что сделал Давид, это не могло не коснуться израильского народа. Потому что воины, которые уже 40 дней стояли и дрожали, их жены, их семьи оставались без отцов и без мужей. Более того, риск того, что они не вернутся, он только нарастал. И тогда, когда уже победа осуществилась, и войско филистимлян побежало, и могли преследовать, и могли забирать их трофеи, это уже произошло. Саул поднимает Давида на определенный уровень управления войском, и воины этому радуются. И более того, они получают какую-то информацию теперь через Давида из его практики о Боге. Может быть, в каких-то ритуалах они участвовали, но сердце их уже ушло в сторону, потому что у них не было таких взаимоотношений, как у Давида с Богом. И теперь, когда все это стало выстраиваться в правильную позицию, посмотрите, как это аукнулось Давиду. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали, игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысяча, а Давид – десятки тысяч». Давид победил всего одного филистимлянина, но из-за этого можно было остальных тоже победить, потому что силы духа у врагов не стало. И теперь женщины радуются, их мужья вернулись, их отцы, их детей пришли домой. И они понимают, что этот молодой юноша стал причиной такой радости в Израиле. И они теперь отдают честь Саулу. Саул победил тысячи, они понимают, что Саул мужественный человек, но Давид победил десятки тысяч. Справедливое выражение, да, но женщины не совсем понимают последствия, когда Саул, как царь, услышит эти песни, во что это выльется. Вот, друзья, бывает, как неразумно можно давать выход своим эмоциям. С одной стороны, хорошо, что можно увидеть результат победы вот так глобально. С другой стороны, хорошо, что можно уметь радоваться победе и выражать эту радость. Но плохо то, что не все предусматривается в этот момент, что есть еще такая тонкость, как мужские амбиции, гордость царя, которые могут очень дорого стоить Давиду. В общем-то, это и произойдет. Но сейчас пока женщины просто поют. Давид, опять же, понимая, кто победил, мог вообще не брать на себя вот эту похвалу. Он мог быть открытым дальше для Божьей работы, но кто-то отметил это по-другому. Поэтому имей в виду, похвала, она очень взвешивает людей. Она очень во многом выстраивает взаимоотношения других к человеку от того, что кто-то оказывается в фокусе внимания больше, чем остальные. Я молюсь, чтобы Господь позволил нам быть, во-первых, людьми разумными во всем этом, что принимать на себя, что отдавать небу, а еще более разумными в том, чтобы не попасть в ловушку амбиций и гордости, противостоять тому человеку, за которым стоит Бог. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты знаешь, как нас избавить от этой опасности. Ты знаешь, как благословить тех людей, которые видят победу и пользуются ею. Пусть пользуются и радуются, но пусть это не принесет проблемы и боли каждому из победителей. Я благословляю победителей ясностью того, как сразу же адресовать победу и благодарность и восхваление Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.